Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 62, упражнение номер 280. Бригада укладчиков должна была вложить 100 километров железной дороги за месяц. За первую декаду 10 дней бригада уложила 30 километров пути, за вторую декаду 36 километров. Объясни, что обозначает каждое выражение. Первое выражение 100 минус 30. 100 километров пути должна была уложить бригада укладчиков за месяц. 30 километров бригада уложила за первую декаду. Если мы из 100 вычтем 30, то мы узнаем, сколько километров осталось уложить после первой декады. 30 плюс 36. 30 километров бригада уложила за первую декаду. 36 километров пути бригада уложила за вторую декаду. Если мы сложим два этих числа, то узнаем, сколько километров бригада уложила за первую и вторую декады. 36 минус 30. 36 километров бригада уложила за вторую декаду. 30 километров бригада уложила за первую декаду. Если мы из 36 вычтем 30, то мы узнаем, на сколько километров больше было уложено за вторую декаду, чем за первую. 100 минус сумма чисел 30 и 36. Мы уже знаем, что сумма чисел 30 и 36 – это столько километров бригада уложила за первую и вторую декаду. Если мы полученный результат вычтем из 100, то мы узнаем, сколько километров осталось уложить в третьей декаде. 30 разделить на 10. 30 – это количество километров пути, которое уложила бригада укладчиков за первую декаду. 10 – это количество дней первой декады. Если мы 30 разделим на 10, то мы узнаем, сколько километров пути укладывала бригада ежедневно в первой декаде. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.